Вот такие вот подарки получит каждый ребенок к Новому году. Шоколадные конфеты желает найти под елкой каждый ребенок. В мастерскую Деда Мороза каждый год превращается краевое производство. Предприниматель снабжает весь регион новогодними подарками и участвует в благотворительных акциях. В этом году наша компания не смогла остаться равнодушными, и мы в целях поддержки семей с детьми мобилизованных граждан подготовили и передали 4400 детских новогодних подарков для всех детей Хабаровского края. Надеемся, что наш подарок попадет лично каждому ребенку с частичкой нашего добра. Первые коробки с подарками из краевого Минпромторга отправляются в мэрию. В Хабаровске проживают более 700 детей и семей мобилизованных. Каждый ребенок индивидуально будет поздравлен либо на утреннике в детском саду, либо в общеобразовательном учреждении. Те детки, которые не посещают общеобразовательные учреждения, будут поздравлены на дому с Дедом Морозом и Снегурочкой. Также из тех детей, которые посещают общеобразовательные учреждения, был проведен опрос, кто из них хочет, чтобы к ним пришел на дом Дед Мороз и Снегурочка и подарили подарки. Дед Мороз, соцработники и волонтеры будут работать во всех районах Хабаровского края, где проживают семьи мобилизованных. Чтобы сладкий подарок достался каждому ребенку, предприниматели обратились за помощью в региональное министерство промышленности и торговли. Министерство вышло на глав администрации, собрали потребность в подарках. И вот сегодня эти подарки получили и уже теперь распределяем по районам. Предприятия не остаются равнодушными. Мы знаем, что и широко, наверное, и в прессе видите, да, что везде освещается в средствах массовой информации, что кто-то рубит дрова, кто-то оказывает материальную помощь. Предпринимателей, готовых поддерживать семьи мобилизованных, всегда ждут в краевом министерстве промышленности и торговли.